Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Значит так, синицы пью-пью-пью-пью-пью-пью, ага. Скворцы фьють-фьють-фьють-фьють-фьють. Ой, добрый день, ребята. Зубок, а на каком это языке ты разговариваешь? Я птичий язык учу, Шунечка. Вот по лесу гулял, а там столько птиц. У меня прямо глаза разбежались. Хотел с ними поговорить, кричу: привет! Они не понимают. Знай себе, чирикают, да и только. Так. Я тоже заметила, Зубок, что в нашем лесу стало шумно. Это птицы из дальних теплых стран возвращаются. Добрый день, друзья. Здравствуйте, дядь Саш, а мы им только рады. Добрый день, дядь Саш, вот вы как раз мне и нужны. Скажите, как с птицами поговорить, а? Да, как им сказать, что мы очень-очень рады, что они домой вернулись? Ну, боюсь, друзья мои, они нашего языка не поймут. Поэтому надо просто ласково улыбнуться и помахать ручкой. Ой, а как они чужой язык понимают, а, дядя Саш? Птичий язык почти везде одинаков, друзья мои. И поэтому они всегда и везде друг друга очень хорошо понимают. Ой, хотелось бы мне с птицами полетать немножко. И мне. Ну, давайте попробуем, совершим путешествие и посмотрим, как разные птицы готовятся к перелетам с зимовки в родные края. Давайте, как интересно. Да, мы любим путешествовать. А вот и наш самолет. Ух ты, ура! Самолет наш, самолет, высоко под облаками. Рядом с птицами парит, и они щебечут с нами. Прилетят издалека стаи птиц к родимым гнездам. К лесу, к речке голубой и к знакомым небе звездам. О, дядя Саша, а кто это? Это дикие гуси, друзья мои. Весной, когда в северных краях становится тепло, они возвращаются домой с берегов теплых морей. Это, наверное, очень далеко. Да, это многие тысячи километров. Гуси летят домой, преодолевая множество трудностей на своем пути. И голод, и непогоду. Бедные птички! Как трудно им! Да, перелет – дело утомительное. Но птицы очень дружны. Они поддерживают друг друга на протяжении долгого пути. Вот смотрите, иногда они делают остановки на отдых. Ага, вижу! Вон сколько птиц собралось! Это лебеди остановились передохнуть. Они летят в тундру к своим гнездам. Как же они правильную дорогу находят, а, дядя Саш? Я иногда даже в нашем знакомом лесу заблудиться могу. А птицы летают в такие дали. Действительно, птицам порой приходится преодолевать громадные расстояния. Но они легко ориентируются в небе, по расположению звезд и по солнцу. Как это тяжело летать в такие дали, чтобы спрятаться от холодов. А потом обратно, и делают они это каждый год. Угу. Так все устроено в природе. В теплых странах птицы отдыхают, накапливают здоровье, а потом в родных краях высиживают яйца и воспитывают маленьких птенцов. Я вижу, вон как малыши у мамы на спинке катаются. Ой, как здорово они играют. Эта мама-лебедь учит малышей плавать. Потом птенцы окрепнут, вырастут, а осенью снова полетят в теплые страны. Птицы настоящие путешественники. Да, летают по всему миру. Птицы возвращаются из теплых стран. Птичьи свои песенки поют. Лебеди, казарки, гуси и орланы все на крыльях нам весну несут. Ты учись природу сохранять. Нужно птиц беречь и уважать. Молодцы, птички! Летать-то летает, но всегда возвращается домой. Конечно, ведь нет ничего лучше родного дома. Вот и нам настала пора возвращаться в Шишкин лес. Полетели! Ой, какие птички отважные, а! И смелые! Очень хочется сделать для них что-нибудь
хорошие и добрые, чтобы они знали, что их дома давно-давно ждут. Угу. И готовились к встрече. Предлагаю построить побольше разных птичьих домиков. То-то птицы обрадуются. Правильно, пойдем скорее в мастерскую. К Енотычу, он нам поможет. Конечно, поможет. Но я думаю, что и ребята позаботятся о наших пернатых друзьях. Помните, им нужна наша помощь. Угу. Ну, а нам пора прощаться. До свидания, ребят. До вечера, мальчики и девочки. Всего вам доброго. И храни вас всех Господь. Солнышком весна приходит, с весной птицы.